Теперь, когда ты посвящен в рыцари, я поручаю тебе управлять еще одним поместьем. Там ты найдешь разрушенный замок. Я повелеваю тебе вернуть ему былое величие и как можно быстрее туда переселиться. Из-за летней жары высохла земля и гибнут растения. Мне кажется, нам следует защитить себя от пожара и переехать как можно скорее. Добываемый камень можно перевезти на телеге. Теперь соседнее поместье принадлежит нам. Монахи помогут отстроить разрушенный замок, но для этого нужно обеспечить их камнем. Как только на складе будет камень, мы можем отправить его на телеге. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товары. Сначала выберите нужные товары. Это можно сделать с помощью значка слева. Отправка будет отменена, мой лорд. В здании нет работников, сэр. Крестьянин уже идет. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Затем начались пожары, господин. Нам надо скорее переезжать. Наш деревянный замок долго не простоит. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Отправка будет отменена, мой лорд. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить.
выберите товары. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Выберите товары. Выберите товары. Выберите количество товаров. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Выберите товары. Выберите количество товаров. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Товар уже в пути, мой лорд.
На лорда напали! Ну вот, мой лорд, теперь вас уважают еще больше, так как ваши крестьяне хорошо питаются. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Thank you.
Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Выберите товары. Выберите товары. Thank you.
Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Похоже, мы переехали как раз вовремя.